Всем привет, дорогие зрители! Я нашел в Махмутларе две квартиры пятикомнатные, 4 плюс 1, в новом проекте. Значит, быстренько покажу всю инфраструктуру. Значит, здесь есть беседка, открытая парковка, игровая площадка для детей. Уже запустили бассейн в этот проект. Проект сдан 2 месяца назад. Только бассейн не функционировал, только залили, и вот народ купается. Просторный бассейн, зонтики, шезлонги, все присутствует. Значит, здесь айда 230 лет. Вот такая здесь лобби. Типа мини-кухня. Бассейн находится на первом этаже этого проекта, а другая инфраструктура на цокольном этаже. То есть сауна. Сейчас я быстренько спущусь и сниму вам ту инфраструктуру, которая еще здесь присутствует. Вот такое лобби в цокольном этаже. Это вход в проект. Присутствует также генератор. Вот такой вход. Дорогу через месяц муниципалитет Алания асфальтирует, так сказали мне. Значит, здесь у нас детская игровая комната. Такая вот просторная. В этой стороне, значит, слева от меня фитнес-салон этого проекта. Закрыт. Хочу сказать, что есть теннисный стол, в той стороне продолжается этот фитнес-салон. Все оборудование в той стороне. Пройдемся в сауну. Вот такая зона отдыха. Тут санузлы, душевые кабинки. И здесь у нас джакузи. Такой джакузи. Крытого бассейна нету, но она как бы заменяет этот открытый бассейн. Здесь у нас римская парная комната и сауна. Вот такая сауна. Пройдемся мы на третий этаж этого проекта. Квартира продается на третьем и на четвертом этаже. Вызовем лифт. А, лифт уже пришел. Вот такой лифт у этого проекта. Поднялся я на третий этаж. Вот такой коридор тут. И наша квартира. 4 плюс 1. Вот такая тут прихожая. Значит, с левой стороны от меня санузел. Вот такой просторный санузел. Проточный водонагреватель установлен. Так. Начнем с левой стороны. Вот такая тут хозяйская спальня. Просторная. Есть выход на балкон. Такой балкон тут. И вот такой вид с этого балкона. Здесь у нас санузел. Хозяйская спальня.
какая у нас. С левой стороны у меня дополнительная спальня. Такая вот спальня. Значит, первая спальня, вторая и третья. Три спальни. Ламинат, как вы видите, уже установлен. Здесь такой проход в сторону гостиной комнаты. С этой стороны у нас четвертая спальня, вот такая. Не маленькая. И наша гостиная комната. Просторная у нас тут. Вот такая гостиная комната с выходом на балкон. Также есть с балкона вход и выход на кухню. Сейчас я быстренько отсниму вид с этого балкона. Вот такой вид. Вон детская игровая площадка, которую я снял. Ну, вот такой просторный балкон. Пройдемся на кухню этой квартиры. Вот такая просторная кухня. Отдельно есть комната. Так вот, дорогие зрители, значит, здесь 190 квадратных метров. Цена этой квартиры 108 тысяч евро. Сейчас я поднимусь на верхний этаж. Там у нас интересная квартира. Сейчас я сниму одну квартиру, которая тоже 4 плюс 1. Но более-менее она в другом ремонте. Здесь очень интересный ремонт. Даже система отопления установлена, центральная отопительная система. Вот такой встроенный шкаф. И, видите, даже керамика установлена. Так, здесь у нас санузел, такой же, как внизу. Только ремонт другой. Встроенные шкафы установлены. Здесь тоже встроенный шкаф. Вот такой встроенный шкаф. Такой же здесь. Спальня такая же. Вот санузел. И балкон. Такой балкон. С видом на горы. Такая же спальня, как внизу. Первая, вторая, третья. И четвертая спальня. Наша гостиная комната с выходом на балкон. Кухня. Вот такая кухня. Здесь центральная отопительная система, теплые полы. Нужно поставить радиаторы, и квартира будет теплая зимой. Также здесь у нас установлены шкафы. Да, их доделают. Выйдем на балкон. Подвести итог. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Проект только сдан в эксплуатацию.
наверное, как месяц. Инфраструктуру вы всю здесь увидели. Айдат тут 230 лир. Цена той квартиры, которую я снял снизу, 108 тысяч евро. Цена этой квартиры 113 тысяч евро. Если вам понравились эти квартиры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.